В общем, только здесь есть такой жир, когда ты просто подходишь к подъезду к своему. Вообще, кто-либо подходит. И вот смотрите, что происходит. Так сказать, электрический халуй швейцар открыл тебе, и ты уже чувствуешь себя человеком и понимаешь, что не просто так хренову просто тучу нереальную бабла отвалил, чтобы вот жить вот здесь вот, ну или хотя бы снимать, все равно хренова туча бабла в любом случае. Вот, вот она, опа. И заходит красоточка, пошла, пошла. А ключ, ключ можно, ну обычный там типа брелочек, а можно пальчиком, там дальше есть, пальчик прикладываешь, и он считывает, что-то считывает, что это ты. Отпечатки, наверное, вряд ли ДНК. Вот так вот, даже с пальчика вот так калитка открывается, вот где девушка зашла. Вот здесь вот уже настал следующий век, видимо, какой-то там 22-й, наверное. Но мы по старинке, у нас ключи железные, металлические. И ничего, нормально, можно жить счастливо с металлическими ключами.